И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня будет видео, полный обзор Nomiswap DEX. Кстати, Nomiswap был запущен в 2022 году, а именно DEX. Что же такое DEX? Это децентрализованная биржа, это приложение для торговли криптоактивами, в котором обмен и другие операции происходят с помощью смарт-контрактов, а не через централизованные торговые системы. И принципиальное отличие DEX от централизованных бирж в том, что они не хранят средства пользователей и не контролируют сделки. Пока что еще DEX находятся только на стадии развития, и есть у них некоторые минусы по сравнению с биржами, но они постоянно развиваются, и самое главное, у них огромнейший плюс, то что они не хранят ваши деньги, а если случится что-нибудь с централизованной биржей, то ваши средства могут пропасть, и вы их даже не вернете. Поэтому я думаю, то, что DEX'ы будут все более популярнее и популярнее. А многие скажут, ну есть топ-биржи, их не взламывают. Нет, биржи довольно часто взламывают. Например, биржа KuCoin была взломана на более чем 300 миллионов долларов. И когда-то MTGOX, одна из самых популярных бирж, была взломана. И средства пользователей были украдены хакерами. И криптовалюта, в общем-то, была создана для того, чтобы никому не доверять и хранить деньги у себя. Биржи же, особенно топовые, в настоящее время выступают как бы банками, что не совсем правильно, как я считаю, и даже Чанчпен Жао в своем твиттере прогнозировал то, что в будущем объемы торгов на децентрализованных биржах увеличатся. Также за короткое время Nomiswap вошел в топ-3 по TVL среди всех DEX на сети Binance Smart Chain. TVL это Total Value Locked, то есть общее количество заблокированных средств. Также Nomiswap входит в топ-40 на CoinMarketCap лучших децентрализованных бирж мира. И самое главное, как я считаю, то что все смарт-контракты прошли аудит на безопасность разными компаниями, в том числе Certiq, одной из самых лучших компаний, как я считаю, и многие другие. И Certiq оценила Nomiswap как 88 из 100, что является хорошим показателем. А также я считаю то, что отличное преимущество Nomiswap, то что она работает на сети BNB Chain. Да, пока что сейчас рынок падающий, скорее всего медвежий рынок, и комиссии в сети эфириума довольно маленькие. Но это временно, как только опять начнется рост, то комиссии на эфириума будут большими, весомыми. И поэтому я считаю то, что выбор сети именно BNB самый лучший. Также для пользования платформой Nomiswap нужен будет MetaMask. Ну или другие кошельки я лично буду показывать на примере с MetaMask. Мы устанавливаем MetaMask, главное с официального сайта, можно загрузить Chrome и Firefox с телефона в iOS и на Android. После того, как мы скачали кошелек, нажмите «Создать кошелек», запишите сид-фразу, главное очень аккуратно, никому ее не показывайте и не теряйте. Потом подтверждаем то, что мы записали фразу, готово, теперь у нас есть кошелек и мы можем отправлять средства. Но этого еще недостаточно, нам нужно теперь добавить сеть Binance Smart Chain в настройках. Выбираем «Настройки», «Сети», нажимаем «Добавить сеть» и выбираем Binance Smart Chain, но мы вручную вводим данные. Сейчас вы на экране видите, как это происходит. И основная сеть, имя сети, Smart Chain, новый URL, ID сети, символ, все это заполняем. Все, теперь мы можем пользоваться кошельком и Nomiswap. Сейчас мы находимся на главной странице Nomiswap. Здесь мы видим сверху то, что аудит прошел, Certiq можно проверить. Видим курс токена NMX, а также можем подключить свой кошелек. Я лично подключил свой MetaMask. После того, как мы подключили кошелек, у нас появляется много разных функций. Слева мы видим, какие именно функции. Это Swap, Liquidity, Farms, Launch Pools, реферальная программа, реварды, аналитика и так далее. Об этом я как раз-таки сейчас и расскажу более подробно. Я перешел на страничку Swap, то есть обмен. Здесь я выбираю, например, токен BNB и еще какой-то токен, например, NMX. Как только я его выбираю, я смогу обменять свои токены BNB на NMX и также NMX на BNB. Для этого что мне потребуется? Какой-то один токен для обмена в сети Binance Smart Chain, который будет на моем кошельке.
А также мне потребуется немного BNB для комиссии. Кстати, на фоне вы увидите, как мой монтажер показывает, как обменивать, и это довольно легко. Также, если что, вы сможете задать вопросы в комментариях. А также ссылки на соцсети NomiSwap, чаты будут в описании, там тоже вы сможете задать вопросы, и админы вам на все ответят. А также одна из важных плюшек — это кэшбэк пул. Это каждый день пул, который возвращает награды в размере 10 тысяч на микс за комиссию, так что очень удобно. Если что, у меня могут быть небольшие неточности, вы сможете меня поправить в комментариях, буду благодарен. Дальше у нас ликвидность. Тут просто, когда вы добавляете ликвидность в пул, вы получаете токены. Когда кто-то совершает обмен токенов, взимается небольшая комиссия за транзакцию в размере 0,1%. 0,03% будут возвращены поставщикам ликвидности в виде вознаграждения. Это все довольно легко делается. Если вы хотите на этом заработать, то просто нужно выбрать пару, например, BNB, BUSD. И вам нужно будет добавить просто BNB и BUSD на свой аккаунт. А теперь мы переходим на следующую вкладку NomiSwap Farms. Мы можем поставить свои токены LP и заработать взамен токены NMX. И сколько мы сможем заработать NMX, определиться нашими токенами LP. Потому что они могут отличаться. Зачем же NomiSwap раздает за это токены NMX? Ну, потому что мы будем стимулировать многие пары ликвидности. А нам взамен будут приходить награды в NMX. И также самое важное то, что это механизм выпуска токенов NMX в рынок не через продажу, а через распределение пользователей. И это хорошо, ведь токены не просто проданы, а были распределены между пользователей. Так, мы на странице Farms, и видим тут огромное количество пар. NMX к USDT, доходность 63%, еще из интересных пар. NMX к BNB, доходность 23%, и, наверное, самое консервативное, это BUSD к USDT, 4,8%. И, кстати, есть даже BNB к биткоину, 10%, и множество разных пар, даже с тонкоинами есть. И вы, в общем-то, можете выбрать ту, которая вам по душе. Даже с ТВТ есть. И NIR. Такс. Вот примерно так. Если у вас будут вопросы, задавайте в комментариях или в чате на NX. Переходим к следующей вкладке. LaunchPool. Это менее ресурсоемкая альтернатива майнингу. Позволяет вам использовать свои монеты и зарабатывать новые монеты с помощью старых. Проще говоря, вы блокируете свою криптовалюту, чтобы получить вознаграждение. Например, сейчас мы можем застейкать свои NMX под 93% годовых. Почему же такие большие проценты? Потому что это относительно новый токен, у него такая система распределения, и токен NMX довольно волатильный. Вот примерно так, как я считаю. Как вы считаете, можете написать в комментариях. Теперь же разберем, что такое холдер бонус. Это вознаграждение, начисляемое за время фарма. Каждый день в 0.0 UTC этот бонус автоматически начисляется в виде дополнительных токенов NMX каждому человеку, который участвует в личном фермерстве. Размер ежедневного пула этого бонуса составляет ровно 20% от пула токенов, которые распределяются через личное фермерство. Этот бонус присуждается всем фермерам пропорционально их средствам, вложенным в стейкинг. И это не какие-то средства из воздуха, а уже заранее просчитанные средства, которые были, скажем так, включены в токеномику. Это аналогично правилам распределения NMX в личном фермерстве. Разница лишь в том, что при расчете бонуса за время фарма используется повышающий коэффициент, зависящий от продолжительности вашего непрерывного фарма. Если фармить 7 дней и более, то доходность от этого бонуса увеличивается на 20%. Если 15 дней, 50%. В общем, бонус холдера крутая штука для тех, кто долго фармит. И вы сможете на этом заработать. Так, а сейчас расскажу про токен NMX. Сейчас он стоит 60 центов, на максимуме стоил 8 долларов. NMX — это токен от биржи Nominex, также он используется и на NomiSwap.io. С помощью него можно экономить на комиссиях на бирже Nominex, получать бонусы за владение большим количеством токенов, а также получать NMX за стейкинг NMX, ну и разные лаунчпулы. NMX упал более чем на 88%. Да, это довольно много.
Но и криптовалютный рынок недавно стоил 3 триллиона долларов, а сейчас 1 триллион долларов. То есть вся криптовалюта упала на 66%. И сейчас идет переоценка рынка. То есть, грубо говоря, мы получаем справедливую стоимость активов. Например, биткоин упал примерно на 65% от своих максимумов. А Polkadot, который я покупал по 4 бакса и продавал по 10, вырос аж до 55 долларов и упал со своих максимумов на 88%. Так же, как и NMX. Что я этим хотел сказать? То, что рынок упал, и это нормально, то, что NMX упал. И он упал примерно так же, как и другая криптовалюта. И сейчас продолжается медвежий рынок, как думают многие, я в том числе. И я думаю, от того, как будет работать команда, развивать токен NMX, и зависит его будущий рост, как я надеюсь. И давайте же понимать то, что NMX еще не Polkadot, еще не биткоин, и на довольно ранней стадии своего развития, поэтому и повышенная волатильность. Также в комментариях сможете написать ваше мнение о цене токена. А теперь более подробно о реферальной программе на NomiSwap.io. То есть мы сможем кого-то пригласить по ссылке и сможем получать до 30% комиссионных за обмен того, кого мы пригласили. И также мы сможем получать до 20% токенов, которые получают наши рефералы с фарминга. И если что, это токены не наших рефералов, а токены, которые уже были прописаны в токеномике, что они будут награды для тех, кто приглашает рефералов. И это довольно предусмотрительно, потому что все будут приглашать своих друзей. Так, теперь я зашел на страничку реферальная программа, вижу тут свой фарминг левел, и они разные. Посередине, справа, вижу свою реферальную ссылку, которую могу скопировать и отправить друзьям, или просто оставить по ссылочке в описании, кстати, я так и сделаю, сможете переходить по ней. А также внизу я вижу статистику, сколько людей я пригласил, сколько получил за это награду NMX, сколько с разных получил именно с трейдинга или с фарминга NMX. И, в общем-то, каждый день я могу получать бонусы. Это крутая штука для тех, у кого есть комьюнити. Но этим также могут воспользоваться и обычные люди. А теперь про разные фарминг левелы. Чем больше у нас левел, тем больше у нас всяких бонусов, плюшек. От чего же зависит этот фарминг левел? От того, сколько у нас в долларовом эквиваленте, NMX, в лаунчпулах и тому подобное. Там, скажем, когда у нас только меньше, чем 100 долларов, то мы получаем только 10% комиссии от того, сколько нас реферал проторгует. А если больше, то мы уже и будем получать какой-то процент от его наград в стейкинге и тому подобное. Например, VIP уровень, это когда у нас более чем 1000 долларов, мы будем получать 7% от наград наших рефералов. Интересно. Примерно так, уровней много, также все ссылочки будут в описании, сможете сами все более подробно изучить. Теперь расскажу о еще одной крутой фишке, а именно, когда вы свапаете, скажем, BNB на NMX или просто BNB на USDT, с вас обычно берется в комиссии во всех DEX, иногда она довольно чувствительная. Но на NomiSwap процесс, скажем так, вы потратили на комиссию сколько-то долларов, и вам вернется столько же в долларовом эквиваленте в токенах NMX. То есть, как минимум, этим уже NomiSwap выигрывает у многих DEX-площадок. Так как же развивается проект? Да, много слов, интересных фактов, но нужно что-то более весомое. Заходим на аналитику и видим тут график ликвидности. Например, в 2022 году, 3 января, ликвидность была 9 миллионов долларов. Не слишком много. И мы видим тут график, и как он практически стабильно растет. И сейчас ликвидность составляет 78 миллионов долларов. То есть видно то, что NomiSwap развивается. Ликвидность, да, постепенно, но самое главное, растет без резких скачков. Также мы видим дневной торговый объем. Например, за сегодняшний день примерно миллион долларов наторговали на DEX. А иногда я смотрю, тут и по 5, по 10 миллионов долларов торгуются. Тоже интересно. Также мы видим, где какой объем. Например, топ-токенс, вот, Tether,
USD объем 2 миллиона долларов, ликвидность 28 миллионов долларов. Эфириум тоже объем торгов весомый, 1 миллион долларов, ликвидность 6 миллионов долларов. И тут мы, в общем-то, можем проводить аналитику, смотреть, что как происходит. Вот примерно так. Мы уже видели то, что ликвидность стабильно растет, и это не просто так, потому что NomiSwap развивается, вводится много разных функций, и поэтому ликвидность растет. Сейчас рассмотрим roadmap. Уже сделано, мы тут видим аналитика, о которой только что я говорил, swap кэшбэк, то есть когда, ну, комиссия возвращается, тоже говорил, листинг на CoinMarketCap и CoinGecko, фарминг левелы на NMX пулах, утилитарный фарминг, стейкинг в пулах, реферальная программа, фарминг USDT NMX пул. Кстати, в прогрессе листинг на криптобирже. Притом главное, вот это интересно, это может бустануть токен. Но тут вопрос, какие биржи? Gate.io и Binance. Разница есть. Ну, Binance. Ошибся немножко. Такс. Также бустеры для лаунч-пулов. Кастомные фарминг-пулы, персонализация информации, а также стратегические партнерства. Это сейчас в прогрессе. Да, может показаться, что довольно много, но, как мы видим, уже и выполнено есть что. Так что я думаю, то, что в скором времени уже мы увидим то, что сейчас в прогрессе, оно, думаю, будет выполнено. В планах, что интересно, сжигание NMX, лимитные ордера, простой фарминг для NomiSwap, мультичейн мосты, лотерея, GameFi интеграция, lending and borrowing, ну то есть займы, все такое, liquidity агрегатор. В общем, roadmap действительно серьезный, выполнено уже довольно много, и как мы видим, оно действительно работает, много ликвидности на хорошие суммы, и в прогрессе много всего, и в планах. Действительно интересные механики. И думаю, именно то, что поможет NomiSwap развиваться и привлечет больше людей и сделает более удобное использование сервиса именно сейчас. А теперь, думаю, самое главное. Вывод. NomiSwap — крутая DeFi-платформа. Здесь можно и менять токены, притом на комиссию ничего не тратить, потому что нам принесся кэшбэк в NMX, и мы даже сразу сможем продать NMX и получить какие-то другие токены. Например, обменять же там же NMX на BNB и получить BNB. Мы можем здесь получать хорошую доходность в пулах, как с стейблкоинами, где практически минимальные риски, потому что стейблкоины не волатильны. И самое главное, все смарт-контракты и всю безопасность проверила Certiq и оценила как на 88 баллов из 100, что очень хорошо. Также мы можем стейкать NMX, зарабатывать на этом и многое другое, о чем я сказал. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы сможете задать их в комментариях под этим видео, в чате Nominex. Также переходите по ссылочке, читайте мою статью, там это все будет в текстовом формате. Вот, примерно так. Также, как я говорил, у меня могут быть некоторые неточности. Буду благодарен за конструктивную критику в комментариях. Удачи и будьте осторожны!